Здравствуйте, вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Средний размер ипотечного кредита в России вырос на 20%. Отразилось ли это на количестве желающих взять ссуду в банке и какие суммы теперь предпочитают одалживать самарцы? Материнский капитал впервые проиндексируют не по прогнозной, а по фактической инфляции. Насколько увеличатся выплаты и какие еще пособия и компенсации вырастут с февраля, расскажем в новостях экономики. Встроить новых игроков в систему. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинкин рассказал о подготовке к весенней части чемпионата России. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 2718 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 224 468. Такие данные во вторник 1 февраля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1548 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 197 588 пациентов. В понедельник, 31 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции. О принятых решениях подробнее в следующем сюжете. Нагрузка на систему здравоохранения региона за минувшую неделю возросла в 5 раз. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Значительно увеличилось количество амбулаторных пациентов. Есть небольшой рост числа госпитализаций. Увеличение количества заболевших коснулось всех возрастных групп. Чаще всего болеют школьники. Случаи заболевания детей COVID-19 в регионе увеличились в 4 раза. Потребовалось расширение детского коечного фонда. В дальнейшем при необходимости под эти цели будут использоваться взрослые места в Тольяттинской городской больнице номер 5 и в больнице Середавина. Нам, конечно, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мы по госпитализации детей не были готовы. Да, все необходимые меры, еще раз, пожалуйста, пересмотр планов по всем учреждениям, по всем муниципалитетам, всей территории Самарской области. Мы везде должны быть готовы. Очень здесь внимательно, еще раз попрошу, прям все планы детально, лично, потому что все переживают за здоровье близких, но за здоровье детей переживают как ни за кого. Да, и мы понимаем, что это самое дорогое, что у каждого человека есть. Кроме того, за прошедшую неделю зафиксирован беспрецедентный уровень заболеваемости ОРВИ за все время наблюдений – более 42,5 тысяч случаев. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 83%. Диагностированы грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции. Кроме того, в области подтверждены уже 154 случая омикрона. Работодателям рекомендуется усилить контроль за соблюдением противоэпидемического режима внутри трудовых коллективов, часть сотрудников перевести на удаленный режим. С 1 февраля пансионаты и детские дома Самарской области переводятся в режим обсервации. Сотрудники этих учреждений будут работать по вахтовой системе по 14 дней. Все необходимые выплаты коллективам будут произведены. Выносим на решение штаба, согласованное с Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения, вопрос о переводе всех стационарных учреждений социального обслуживания. Это 23 организации для детей-сирот и 23 пансионата для пожилых и инвалидов. На перевод в закрытый режим работы, а именно вахта, по 14 дней. На сегодня в области привито 53% населения. Повторно вакцинировано 44,5% жителей от планового количества. Это недостаточный охват, подчеркнул Армен Бинян. Среди жителей старшего поколения в регионе привито 66%. Планового охвата вакцинации граждан в возрасте 60 лет достиг только Камышлинский район. Еще в 2 муниципалитетах, Елховский и Алексеевский районы, показатели выше 98%. Учитывая эпидемиологическую обстановку, региональный штаб принял решение, что с 1 февраля в течение 2 недель дети и подростки в возрасте до 18 лет не смогут посещать учреждения культуры. Что касается обучения в школах, то оно продолжится в очной форме. Но в случае ухудшения эпидситуации в конкретном учебном заведении решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом. Виктория Шарая, События. Из-за роста заболеваемости во всех возрастных группах и увеличения нагрузки на медработников с сегодняшнего дня в Самарской области приостанавливают консультации узких специалистов и плановую диспансеризацию. Такое решение принято накануне на областном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как будет оказываться медицинская помощь в этот период, рассказала руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Дмитрий Константинов. Мы фиксируем кратное увеличение числа заболевших. Особая нагрузка сейчас приходится на первичное звено здравоохранения. В связи с этим принято решение
о временной приостановке плановой работы поликлиник, включая проведение диспансеризации. До улучшения эпидемиологической ситуации медицинские организации переводят на экстренный режим работы. Это оказание только экстренной и неотложной медицинской помощи, выдача лекарственных препаратов, льготного лекарственного обеспечения с преимущественной доставкой на дом. В штатном режиме будет оказываться стационарная помощь по кардиологическому, онкологическому профилю беременным женщинам. В регионе организована доставка пациентов в больницу. В случае заражения коронавирусом при необходимости их будут привозить на обследование, КТ-томографию и на госпитализацию. В январе губернатор Дмитрий Азаров передал городским станциям скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых модифицированных автомобилей «Лада Ларгус», предназначенных для работы специальных бригад по сопровождению медицинскому трансферу пациентов. Это позволит разгрузить службу скорой помощи, чтобы освободить ее для действительно тяжелых заболевших, которым во время транспортировки требуется кислород, лекарственные препараты. Служба доставки рассчитана на тех, чье состояние средне-тяжелое, когда нет необходимости вызывать бригаду скорой помощи с реанимацией, но и на общественном транспорте ехать нельзя. Чем больше осадков, тем больше забот у самарских коммунальных служб. В круглосуточном режиме они выходят на борьбу со снежными массами. На специализированные площадки самарских дорог уже вывезено порядка 190 тысяч тонн снега. Наш корреспондент продолжит. В Самаре продолжается расчистка дорог от снега. За прошедшие сутки, по данным гидрометцентра, выпало 4 мм осадков. В ночь на 1 февраля в уборке города было задействовано 557 единиц техники и 2680 уборщиков, включая дворников. Увеличили расход противогололедных материалов. Основная задача была за ночь – это обеспечение расчистки основного хода, чтобы возможно было утром движение общественного транспорта и пешехода. То есть, в принципе, предприятие задачи справилось, основная проезжая часть расчищена. Да, есть замечания по дорогам, которые касаются уже глубокой жилой застройки в частном секторе. То есть на данном участке предприятие перейдет днем. Сегодня днем количество сил и средств снова увеличили. Только в одну смену направили на самарские улицы 163 единицы дорожной снегоуборочной техники и 222 рабочих для уборки вручную. Да, конечно, очень сложно, но мы стараемся, изо всех сил убираем, как говорится, не щадя себя, своих рук. Очень стараемся, чтобы были проезжие части, пешеходные участки все очищены. В выходные дни почистил трактор вот так вот, до такого состояния. Чисто было. Ну и тут же снегопад начался. Вот хорошо, что здесь пешеходные дорожки расчищают, потому что ходили по сугробам. Важно, что приводят в порядок не только центральные районы города, но и отдаленные. Например, сегодня продолжилась уборка на улице Егорова в Куйбышевском районе. Улица хоть и не очень протяженная, но инфраструктурно значимая. Ведет к Пугачевскому тракту. Далее транспортный поток направляется к новому мосту Самарский, который соединяет Куйбышевский район с историческим центром. Специалистами нашего учреждения осуществляется жесткий контроль при содержании данной улицы для того, чтобы подрядчикам не были повреждены элементы уличной дорожной сети и их благоустройство, поскольку улица настолько отремонтирована и находится еще на гарантийном. Отметим, что на улице Егорова проложены надземные трубопроводы, и тяжелая техника должна маневрировать, чтобы не задеть коммуникации. Все это учитывается при организации работ, мониторингом которых занимаются не только специалисты, но и активная общественность. ОНФ на постоянной основе мониторит все жалобы и обращения граждан. Мы постоянно на связи с мэрией. На наше обращение быстро реагируют достаточно. Понятно, что снега за эту ночь выпало очень много, работы достаточно много. Ну, технику увидели сегодня, активно работает. Во внимание принимаются все замечания, в том числе полученные через соцсети. Накануне Центр управления региона в системе «Инцидент менеджмент» зафиксировал 37 сообщений по теме качества уборки снега на проезжей части и тротуарах в Самарской области. Информация незамедлительно доводится до исполнителей в муниципальных образованиях, берется на отработку муниципальным центром управления Самары и Тольятти. В зоне ответственности глав районов остается координация деятельности всех подразделений, своих МБУ, а также УКАТ, СЖ, ЖСК, ТСН и дорожных служб. Кроме того, службы благоустройства просят автовладельцев временно перепарковывать свои машины для своевременной расчистки дворов. За текущий сезон с территории города на специализированные площадки уже вывезено порядка 190 тысяч тонн снега. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.
освобождают от снега и крыши домов. Больше всего скатных кровель расположено в Самарском районе. Как сегодня там выполняли работу, увидела наша съемочная группа. По прогнозу синоптиков, на этой неделе снежные осадки и оттепель. Повышение температуры возможно и до плюсовых значений. По всему городу активизирована очистка кровель от снега и наледи. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поставили задачу нарастить ресурсы, темпы и объемы работ по очистке. Оценка работы управляющих компаний и дальнейшие поручения были даны на совещании в профильном городском департаменте. Первый заместитель главы Владимир Василенко подчеркнул, что работа некоторых коммунальных организаций вызывает серьезные нарекания. Особое внимание к тем управляющим компаниям и ТСЖ, которые при очистке кровли скидывают снег на тротуары и дороги. Административная комиссия и сотрудники ГИБДД это расценивают как создание препятствия для проезда. Мы специально пригласили сотрудников жилищной инспекции для того, чтобы они эту работу активизировали совместно. Главное – это безопасность людей, главное – безопасность людей, которые работают по сбросу снега. Вот это вот основное, на что сегодня обращаем внимание. Сначала огораживают тротуар сигнальными лентами, чтобы во время расчистки никто не ходил под крышей. Затем альпинисты надевают ремни страховки, готовят инструменты. Работа на высоте требует тщательного соблюдения техники безопасности. Только в светлое время суток, в темное время суток на высотные работы запрещены. Привлекаем подрядчиков для работы на крышах, чтобы не было ни протечек и, соответственно, нагрузок на конструкции крыш. Специалистам управляющей компании только в Самарском районе нужно полностью очистить около 20 кровель. Еще на 18 адресах собьют нависшие сосульки. Контроль за работой ведут представители районной администрации. Они проверяют, вышли ли бригады на работу по заявленным адресам, соблюдается ли техника безопасности. При выявлении недобросовестных организаций районные административные комиссии и специалисты ГАТИ по благоустройству Самары составляют акты, которые направляются в прокуратуру и в ГЖИ для принятия мер в отношении нарушителей. В Самарском районе на расчистку крыш сегодня вышло более 20 бригад кровельщиков. В первую очередь чистятся те кровли, которые выходят на тротуары и могут опасность представлять для жителей, для прохожих. Ну, а во вторую часть все остальные кровли, которые выходят на газон, на дворовой территории, те, которые не представляют такую опасность. Вчера был обильный снегопад, как уже теперь у нас принято говорить, что результаты все обнулились. Сегодня мы начинаем как с чистого листа, но тем не менее руки не опускаем, чистим. В Самаре 6892 дома со скатной кровлей. Всего по состоянию на 1 февраля неочищенными остаются еще 595 крыш. Сегодня в дневную смену на крышах города задействовано 70 бригад, 221 человек. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В текущем году в регионе планируют благоустроить 141 общественную и 314 дворовых территорий. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Объем субсидий на эти цели свыше 1 000 000 000 рублей. Заказчиками работ выступают администрации муниципалитетов. По всем запланированным объектам заключены муниципальные контракты. По одной общественной территории, которая добавилась благодаря сложившейся экономии средств, предстоят торги. Напомним, в Самарской области на средства федерального проекта формирования комфортной городской среды ежегодно преображаются сотни дворов и общественных пространств. Ремонтируются скверы и парки, создаются новые зоны отдыха и притяжения для жителей губернии. За последние 3 года в области благоустроили 505 общественных и 947 дворовых территорий. Реализовали 8 проектов победителей всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Андрей, уважаемые телезрители. Материнский капитал впервые проиндексируют не по прогнозной, а по фактической инфляции. Насколько увеличится выплата? Мат-капитал проиндексируют на 8,4%. Это больше, чем планировали. Какие еще пособия и выплаты вырастут, сейчас расскажу. С февраля размер материнского капитала на первого ребенка вырастет на 8,4% и составит 524,5 тысяч рублей. Выплата на второго ребенка составит 693 тысячи рублей, однако такую сумму получат те, кому не выплатили маткапитал на первого ребенка. Если уже получали на первого, то на второго дадут 168 600. В этом году материнский капитал впервые индексируется не по прогнозной, а по фактической инфляции. Более чем на 1000 рублей вырастет размер пособия при рождении ребенка и составит 19 981 рубль. Выплаты будут получать все российские семьи вне зависимости от работы и уровня дохода. Беременные супруги призывников с февраля начнут получать единовременные выплаты 32 420 рублей. Мать или опекун ребенка призывника получит 13 895 рублей. С февраля этого года максимальная выплата, которая положена усыновителям ребенка старше 7 лет или
деле с ограничениями по здоровью, составляет 156 429 рублей. Пенсии вырастут на 8,6%. Индексация пройдет задним числом. Прибавка придет в феврале, но в нее войдет и сумма прибавки за январь. После изменений средний размер пенсии в России составит 18 984 рубля. А вот владельцам банковских вкладов придется платить налоги. Речь идет о процентах, которые превышают определенную сумму. Ее будут рассчитывать ежегодно по формуле 1 миллион рублей, умноженные на ключевую ставку Центробанка. В этом году налогом будут облагать суммы свыше 42,5 тысяч рублей. Налог необходимо выплатить до 1 декабря этого года. Официальный курс доллара 77 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 79 копеек, нефть марки Brent 89 долларов и 21 цент за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Средний размер ипотечного кредита в России вырос на 20%, что в денежном эквиваленте равняется 650 тысячам рублей. Самарская область не исключение. В регионе годовой прирост среднего займа увеличился на 18%. Как следствие, выросли сроки кредитования. Продолжит тему Ольга Хамракулова. В России за год вырос размер ипотечного кредита. Граждане стали брать у банков в долг на покупку недвижимости сумму на 25% больше, чем в 2020. Банк России подсчитал, если в декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2 миллиона 63 тысячи рублей, то к концу декабря 2021 года сумма возросла до 3 миллионов 28 тысяч рублей. Среди 30 регионов, где берут больше всего ипотечных кредитов, самый высокий рост показателя зарегистрирован в Краснодарском крае – 32%. Также в лидерах Ставрополье, Омск, Питер и Москва. Самара расположилась на 12-м месте с приростом среднего ипотечного займа в 18% и средней суммы в 2 миллиона 16 тысяч рублей. Действительно, произошло увеличение среднего чека по ипотечному кредиту. Если в 2020 году средний чек составлял примерно 1 миллион 900 тысяч, то в 2021 году средний чек уже 2 миллиона 400, то есть рост на примерно 20%. По итогам 2021 года на территории Самарской области средняя сумма выданного кредита составила 2,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 20%. Повлияло на это множество факторов. Коронавирусные ограничения, высокий уровень инфляции, сказалась и льготная ипотека. На сегодняшний день на рынке очень серьезный диссонанс, когда, например, квартира в новостройке может стоить там 3,5 миллиона, которая сдастся там через 2 года, 1,5. И также ровно там за 3 миллиона 700-4 миллиона можно купить там, допустим, на просеках квартиру с ремонтом готовую. Поэтому этот диссонанс, он как раз обусловлен тем, что вот этот вот срыв людей за льготной ипотекой. По подсчетам Российского бюро кредитных историй, для снижения долговой нагрузки россиянам сейчас приходится брать кредит на более продолжительный срок, чем заемщикам в конце 2020 года. Средний срок кредитования почти достиг 20 лет. Безусловно, все индивидуально. Все зависит от уровня дохода нашего клиента, от цели, на которую он приобретает тот или иной объект недвижимости. В среднем срок варьируется от 10 до 15 лет. При этом я хочу отметить, что несмотря на то, что даже некоторые клиенты будут на более продолжительные сроки ипотечные займы, средний срок выплаты такого кредита варьируется от 5 до 10 лет. В основном клиенты берут ипотечный кредит, это семьи с детьми, да, они берут на приобретение однокомнатных либо двухкомнатных квартир в крупных строящихся объектах и в жилищных комплексах. Как правило, поровну берут мужчины и женщины, то есть мужчины где-то 55% от наших клиентов, да, и женщины где-то 45%. Заемщик стремится взять, конечно же, кредит на максимальный срок с минимальным платежом, но при этом, как правило, ипотечные кредиты загашиваются раньше, в течение 5-7 лет. При этом банки отмечают омоложение кредитуемых. В том числе за счет расширения госпрограммы семейной ипотеки выросла доля заемщиков от 23 до 26 лет. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События. Волейболисты Новокуйбышевской «Новы» готовятся к финальной части чемпионата России высшей лиги А. Команде предстоит провести 16 матчей, чтобы попасть в число двух сильнейших команд турнира и сразиться за золото. Подробности в нашей спортивной рубрике.
Крылья Советов продолжают подготовку к весенней части чемпионата России по футболу. Накануне у команды было две тренировки. Утром крылья занимались в тренажерном зале, затем у команды была небольшая пробежка. Вечером футболисты провели полноценное занятие на футбольном поле. Тренировка длилась более полутора часов и включала в себя множество упражнений с мячом. Завершилось занятие двухсторонкой. Главный тренер команды Игорь Осинкин дал интервью клубному телевидению, в котором рассказал о планах на тренировочный сбор и о новых игроках. На правах аренды весной за самарцев будет играть нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев. Главный тренер отметил работоспособность нового футболиста. Появилась возможность дать ему перезагрузиться. По стилю, по своей манере игры мы думаем, что он нам может подойти. Мы очень в это верим. И то, с каким он энтузиазмом начал тренироваться после перехода, то, как вот он, с какими глазами это делает, мы очень верим в то, что мы найдем друг друга. Он свой клуб, а мы себе нападающего. Волейболисты «Новы» готовятся к финальной части российского чемпионата высшей лиги А, в которой примут участие по 4 лучшие команды из групп «Восток» и «Запад». Очки, набранные в играх с командами из своей группы на предварительном этапе, будут учитываться в общей таблице. Таким образом, у «Новы» уже 23 очка, благодаря чему команда занимает второе место в таблице. Финальный раунд пройдет по круговой системе. Две лучшие команды по итогам всех встреч сыграют матчи плей-офф до 3 побед, после которых и определится чемпион высшей лиги А 2021-2022 годов. Первая игра против «Искры» состоится 5 февраля. Праздник весны. Именно так дословно переводится китайский Новый год. Неофициально его называют лунным Новым годом, потому что наступает он по завершении полного лунного цикла, после зимнего солнцестояния. В этот день миллионы китайцев собираются семьями за большим праздничным столом на ужин. Согласно китайскому календарю, заведовать этим годом будет тигр. Максим Магомедов выяснил, чего ожидать жителям города в 2022 году. Новый год тигра уже наступил, и полосатый хищник только сегодня вступает в свои права. Дело в том, что по китайскому календарю 2022 год начинается именно с 1 февраля. Сотрудники самарского зоопарка подготовили угощение для полосатого хищника. Это мясо на кости и чистая мякоть. Первый будет символизировать финансовый успех и благополучие самарцев, а второй – любовь и взаимопонимание в семье. Давайте же узнаем, что выберет хищник. Тигр сделал свой выбор в пользу семейного счастья жителей города и принялся с аппетитом поедать говяжью мякоть. Ну а материальное благополучие можно приманить в дом запуском фейерверков. В Китае верят, что разноцветные огни в небе способствуют улучшению финансового состояния. Еще по традиции в канун Нового года миллионы китайцев возвращаются домой и занимаются уборкой, потому что первые 3 дня после праздника запрещено выносить мусор и мыть полы. Это может уничтожить позитивную энергию. Каждая улица и каждый дом украшается красным цветом. Считается, что он отпугивает злых духов. На улицах появляются красные фонарики, а на дверях по обе стороны вешают парные надписи на красной бумаге с пожеланием счастья и добра. Главное блюдо на праздничном столе – рыба. Ее считают символом богатства и удачи. Николай Сидоров китайский Новый год не отмечает, но знаком с традицией украшать дом цветными фонариками. Говорит, что гирлянды висят на окнах еще с конца января. А вот от елки уже избавился. В Китае не принято устанавливать хвойное дерево на Новый год. Вместе со своей девушкой Николай приехал из Тольятти в самарский зоопарк, чтобы своими глазами увидеть полосатого зверя. В честь празднования Нового года китайского, все-таки год тигра у нас, пришел. В честь этого мы пришли в зоопарк, чтобы увидеть, так сказать, героя этого года. Китайцы практичный народ, поэтому в качестве подарка преподносят друг другу деньги в красных конвертах, которые называются хунбао. Кроме денег, там могут быть пожелания удачи и процветания. Еще в первые дни Нового года не стоит брать деньги в долг или оформлять кредиты. Ссоры и конфликты в праздничные дни особенно нежелательны. Тот, кто первым затеял скандал, может вскоре остаться в одиночестве. Максим Магомедов, Василий Колдашов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи.